Уважаемые друзья, коллеги, я от всей души поздравляю вас с этой, ну, вообще очень солидной датой, значимой датой. Там бесконечность прорисовывается, да? Я сам когда-то начинал свою студенческую жизнь в ЮРГУ. Я даже начинал лаборантом на кафедре автоматики и телемеханики. Я учился на энергофаке, на вечернем факультете. И я с удовольствием вспоминаю эти годы замечательные. Это были конец 80-х. Я помню эту атмосферу, эти пары, этих людей, которые меня окружали. Я считаю, что эта атмосфера здесь сохранилась, и более того, она стала иной. Она сейчас больше наполнена смыслами. ЮРГУ – это действительно ведущая инженерная школа нашей страны, которая уже многие десятки лет готовит лучших специалистов для промышленности, а сейчас уже и для новых таких современных сфер, как искусственный интеллект, роботизация, космос. Вы осваиваете космос и не боитесь. Это один из немногих вузов в стране, у которого есть смелость. Смелость создавать новые технологии, проводить исследования и, главное, создавать готовые продукты. Я хочу поблагодарить в первую очередь вас, Александр Леонидович, за то, что вы всегда поддерживали наш вуз, когда мы еще в начале нашего становления, за ту поддержку, которую вы оказывали Татьяне Васильевне и в Совете ректоров, и давали свои мудрые советы и поддержку, мы это очень ценим. Я желаю от всей души желаю ЮРГУ, сейчас уже здесь новый ректор, новые проекты, совершенно новые горизонты. И я думаю, что ЮРГУ должен сыграть свою роль. И в первую очередь роль в создании новых технологий и новых продуктов. Продуктов, которые мы вместе должны доводить до конца. Я повторюсь, что здесь готовятся лучшие инженеры в стране. Я думаю, что и ракеты, и транспорт, ваш проект с арктическим автобусом, ну, конечно, это просто прорывной проект. Мы гордимся, и мы, как институт, вообще, в принципе, как жители этого города. Я думаю, что таких продуктов будет создаваться все больше и больше. И мы очень рады сейчас работать вместе с вами в рамках межуниверситетского кампуса, где лучшие, я уверен в этом, лучшие инженеры страны и наши дизайнеры будут создавать новые классные продукты. Поздравляю вас от всей души. Желаю процветания. Спасибо большое. Всего самого хорошего. Спасибо за поздравление. И у нас подарок, он тоже символичный. Сейчас у нас же, ну, ЮРГУ, да и мы начинаем сотрудничество активное с Китаем. Это растение, это филодендрон. На самом деле это лиана. Лиана, которая... А лиана, она же должна как бы оплетать пространство, смыслы. Я желаю, чтобы вот так же и это дерево, это про гармонию. Про гармонию. И вот это, надеюсь, что оно где-то найдет свое место. Может, обязательно найдет. Да. И думаю, что оно здесь будет расти, расцветать так же, как ваш университет. И мы очень рады, что частичка нашего института будет в ваших стенах. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.